Всем привет! Сегодня смотрим такую необычную, наверное, посылку, для особенно для китайских продавцов. Может быть, не все знают, что там можно это заказать, потому что это для здоровья, приобретения. Так что смотрим. Значит, мы решили попробовать заказать вот такие вот спортивные носки для поддержки сосудов. Так, ну, значит, смотрим, что здесь у нас есть. Таблица размеров. Ну, такая, в целом, коробочка немного помятая пришла. Давайте сразу еще, наверное, вскроем и будем уже смотреть по вскрытому. Значит, вот такие вот тянущиеся компрессионные вот такие чулки, наверное, называются это правильно, когда с двух сторон вот такие дырки, то есть вы можете их надевать вот на все эти поверхности, которые нарисованы на картинке. То есть это и под локтями, да, для суставов, и коленки, и вот сюда, на эти мышцы. Материал мягкий, довольно-таки тянется хорошо. Мне кажется, он не будет сильно передавливать. Но для того, чтобы он не передавливал, мы заказывали специально по размерам. Размеры указаны здесь на упаковке и на страничке продавца, которую смотрите ниже под нами, под моим видео, точнее. Вот, так что подбирали все под себя. В целом товар хороший, запаха нету, никаких ниток не торчит. Я бы даже сказала, что он бесшовный, потому что здесь с другой стороны, когда их выворачиваешь, здесь не видно. Нет, хотя нет, вру, вот здесь все-таки видно, что это изнаночная сторона. Но прошито все очень хорошо. Материал, да, очень мягкий, тянется. В общем, наверное, вещь хорошая. Будем смотреть, какова она на деле. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока!